Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. На этой неделе мы рассказываем про пробковый пол. И сегодня мы назовем 4 причины выбрать это покрытие. Первая причина – высокая теплоизоляция. Благодаря своей пористой структуре пробка имеет низкую теплопроводность. Поэтому ее можно укладывать не только на пол, но и крепить на стены. Эта идея вам пригодится, если вы хотите улучшить теплоизоляционные свойства вашей наружной стены. Причина номер два – высокая звукоизоляция. Благодаря своей пористости пробковый пол как губка поглощает все шумы. В помещении, где уложено пробковое покрытие, сглаживаются резкие звуки. Причина номер три – хорошая амортизация. Пробка имеет слой памяти. Это значит, что если на нее упадет тяжелый предмет, останется вмятина, но со временем она восстановится. А еще благодаря амортизационным свойствам при ходьбе по этому покрытию снимается нагрузка с позвоночника. И напоследок, причина номер 4. Самая популярная сегодня – экологичность. Пробка – абсолютно экологически чистый материал. Выбирая его, вы сохраняете здоровье своей семьи. Если вам понравилось это видео, ставим лайки, делимся с друзьями, а главное, подписываемся на канал, чтобы узнать самые свежие новости в теме интерьерного дизайна.